Марина Мнишек – первая коронованная русская царица. Марина родилась в 1588 году. Девушка получила хорошее домашнее образование, ловко держалась в седле, фехтовала, говорила на нескольких языках, регулярно посещала церковь. В мировую историю Марина вошла в 1604 году, когда в имении ее сестры появился молодой человек, назвавший себя сыном Ивана Грозного. Семья Мнишеков благосклонно встретила юношу, понимая возможные перспективы. А он влюбился в Марину. Девушка дала понять, что готова ответить взаимностью, но лишь после того, как тот станет царем. При финансовой помощи Мнишеков и армии польского короля Лжедмитрий свергает Бориса Годунова и ждет в Москве прибытия Марины. С роскошным кортежем Марина выдвинулась в Россию. Наконец, 3 мая 1606 года Марина въехала в Кремль. Через 5 дней состоялось венчание Марины и Лжедмитрия. Эту церемонию объединили с ее коронацией. Таким образом, Марина стала первой коронованной русской царицей.